Лучшие образцы зимней демисезонной одежды лучших европейских брендов могут приобрести на наступившей неделе жители Торжка и Вышнего Волочка. В этих городах Верхневолжья заработали ярмарки известной российской компании «Союз производителей». Ярмарки, которые организует компания «Союз импортеров», уже давно завоевали большую популярность у жителей Верхневолжья. Вот и на сей раз в Торжке и Вышнем Волочке есть отличная возможность приобрести скандинавские облегченные дубленки, норковые шубы, демисезонные куртки, ветровки и штормовки. Весь товар высочайшего качества. Как, например, эта норвежская аляска Бьорн Ларсен. Аляски хорошо известны в нашей стране. Те, кто покупал хоть раз, навсегда запомнят, как их комфортно носить. Куртки, представленные «Союзом импортеров», не исключение. Живу в деревне, выходишь холодно, приезжаешь в город, становится жарко. Становится расстегивать, и, ну, не так комфортно. А это вот зимой одел и пошел. Она легкая, удобная, она непромокаемая. Да, и, кстати, ее можно... Вот я ношу, очень важно... Рубашку с коротким рукавом. А бывают наши куртки шьют, ну, в пределах там 15-20 тысяч рублей бывает. И здесь очень мокро становится. В данной куртке это не происходит. И можно зимой ходить в одной рубашке, одеть эту куртку и пошел. Она легкая, удобная, она непромокаемая. Размерный ряд здесь самый широкий. Женский с 36 по 70, мужской с 46 по 76. Но самое главное, это хороший шанс купить по очень выгодным ценам зимнюю и демисезонную одежду, которую скоро едва ли можно будет приобрести где-либо. Из-за санкций многие европейские магазины, они покинули Россию. Да? Компания «Союз импортеров» выкупает весь остаток со складов, с магазинов и распродает на таких выставках со скидками до 70%. На зиму представлена здесь до 80% скидка. Так, сейчас не сезон, очень выгодно брать зиму. На весну до 50% скидка. Ярмарка «Союз импортеров» работает в Торжке в ТЦ «Ильинский двор» по адресу улицы Дзержинского, 65, с 3 по 7 мая, с 10 до 20.00. В Вышнем Волочке покупатели ждут на Казанском проспекте, дом 125, в эти же дни и в такое же время, с 10 утра и до 8 часов вечера.